Russian President Vladimir Putin on Tuesday held bilateral talks with Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan on the sidelines of the summit of the Commonwealth of Independent States in Moscow. Putin praised economic relations with both countries and noted that the trade turnover with Armenia may reach an all-time high this year. Last year, the turnover reached $7.4 billion, and in the first half of this year it grew 2.5 times, exceeding $8.3 billion, Putin said. If we move at such a pace, it means that this year's trade turnover can amount to $14 to $16 billion. This is a record indicator. Уважаемый Ильхам Гидарович, уважаемые друзья, коллеги, проводим сегодня мы сейчас с президентом. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Вот мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов оборот торговый, 4,5 миллиарда наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику. Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Уважаемый Ильхам Гидарович, мы ждем вас в Баку. После вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная. Было много контактов уже на уровне представителей различных структур, членов правительства в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку. И сегодня также хорошая возможность, как вы отметили, еще раз пройтись по этим вопросам, потому что повестка дня достаточно обширная. Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги, это будет и полезно, и интересно, много контактов, ну и двусторонние. Торговые и экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Очень рад констатировать, что последние месяцы, в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог. Вице-премьер Аверчук приехал к нам в Ереван и состоялся не только заседание межправительственной комиссии сотрудничества, но и довольно содержательно мы поговорили по фактически всем вопросам нашей повестки. На полях этого совета мы довольно-таки... Ukrainian President Volodymyr Zelensky noted in his nightly video address that the situation in the Donetsk region remained particularly challenging. We will try to convince our partners at the upcoming Ramstein meeting of the urgent need for significant reinforcement of our capabilities and positions right now, during these autumn months, said Zelensky. Kyiv is still awaiting word from its Western partners on its repeated requests to use the long-range weapons they provide to hit targets on Russian soil. Developments on that question could come next weekend at Ramstein Air Base in Germany, when defense leaders from the 50-plus partner nations that coordinate military aid to Ukraine are due to meet. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме в глобальній архітектурі безпеки, а також зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення.
І за підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює в Вашингтоні після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту, наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємось переконати партнерів у Рамштайні, що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій саме зараз, протягом осінніх місяців.